Хочешь бабок заработать? Иди манит. Ну, устройся ты, охранник. Сиди и пиши там свои стихи. Я слышала, что ты в компах шаришь. Поможешь мне? Ты что, думал, придешь? Подаришь мне свой сраненький букетик. Трахнемся, и наступит мир на земле. Где крипта? Майнить. Братан, деньги сейчас нужны? Без тебя разберусь. Вау! Понимаешь, сколько мы бабла поднимем? Мы все долги закроем. Завода одного партии экспериментальных стволов ушло. Вручай, Егор. Кто нас тут найдет? В этой ты дыре. Опа! Приплыли, пацаны. Пу-пу-пу. Где стволы? Сука! Такое только в кино бывает. Че ты, в ЗАГС собрался? Уже. ЕГЭ. Хана вам, щенки! Стволы где? Коллеги, давайте не будем портить этот прекрасный весенний дождливый воздух. Братан, вот сейчас вообще не смешно. Нам с товаром в Москве завтра надо быть! Я что людям скажу? Мы все что-то бегаем, прыгаем. Дом, дерево, тройничок писаться. Мы же сейчас по-настоящему заживем. Сила, она в деньгах, брат. Мне кажется, сила в правне. Для того, чтобы улыбнуться, человеку надо задействовать 40 мышц. А чтобы нажать один спусковой крючок, всего лишь 4. Не делай это поэтам стволами торговать. На дорогу смотри! В нашем с вами мире, где отсутствуют семейные ценности, эти двое. Да по***ски, друг за друга. Молодцы. На автомате. Я вот думаю... Может, и не было никаких стволов, а? С 5 июня смотрите на Кинопоиск и Винк.